Thank you.
Добрый день, господин мэр. Я бы хотел с вами поговорить. Ведь у вас уже были неприятности с князем? О, нет никаких неприятностей. Так, небольшое расхождение во взглядах, которое, безусловно, может быть совместными усилиями улажено. Но ведь князь отнял у вас единины, ваши надежды на соединение рухнули. Ну, это было правильное решение. А вообще, кто вы такой, молодой человек? Я ваша последняя надежда, опора в беде. Я тот, кто вернет вам большой единин. А вы знаете, где он? Пожалуй. Сколько? Давайте не будем о деньгах. Вот что я предлагаю. Вы помогаете мне и ни о чем не спрашиваете. Я возвращаю вам единин, а после мы обсудим остальное. Юноша, я не знаю, кто вы и откуда, но вы благородны, как настоящий рыцарь. Данной мне властью объявляю нашу сделку состоявшейся. Что вам нужно для начала? У меня есть информация, согласно которой как минимум одну часть единина можно найти на растительном острове. На острове Винса? Да, должно быть. У нас есть возможность сообщения с этим островом. Не может быть. О, да. Один из их корней добрался и до нас. А вы там уже были? Вторжение этого корня на нашу территорию стало причиной серьезного дипломатического инцидента. Мы закрыли границы на неопределенное время. Но для вас можно сделать исключение. Да, это хорошая мысль. Это там. Теперь вы можете идти. Быстрее. Нельзя, чтобы нас видели. Встретимся здесь. И до тех пор никому ни слова. Будьте покойны. Ну что, как дела? Просто конфетка! Я здорово обдурил мэра! Меня беспокоит только одна вещь. Мэр назвал растительный остров островом Винса. Правильно. Ну, может, это и смешно, но у меня есть приятель, которого зовут Винсент. Это достаточно распространенное имя. Да, но вся штука в том, что он совершенно помешался на растениях. Так что я подумал, уж не его ли это остров? Я бы очень удивился, будь это так. Я знаю королеву этого острова, и, честно говоря, она весьма мало похожа на мальчика вроде тебя. Во-первых, потому что это королева, а не король. А во-вторых, потому что ее зовут Черный Корень. А, прости, пожалуйста, наверное, она не очень милая, раз она черная, я думаю. Когда князь разделил единин на части, он, конечно, оставил возле каждой части охрану. Одну часть он доверил большому черному корню. Так она еще и большая? А насколько большая? Достаточно. Ясно. А ты можешь сделать снимки сохранения игры, чтобы Лени посмотрел, как я ради него страдаю? Ладно.
Помогите! Помогите! Здрасте, жук говорящий. О, мой мальчик, ты послан самим небом. Мне так нужна помощь. Вижу, вижу. Но я не вижу, как тебя оттуда выпустить. Проблема не столько в клетке, сколько в богомолах. Они идут! Помогите! Thank you.
Спасибо, спасибо, мой мальчик. Ты спас меня от неминуемой гибели. Теперь моя очередь помочь тебе. Что я могу сделать? Для начала объясни, почему богомолы так нас ненавидят? Честно говоря, я и сам не знаю. Мы мирно жили на этом острове. Здесь было царство растений и насекомых. А Винсент следил, чтобы у нас были все необходимые условия. Но однажды явилась страшная волна, и Винс стал думать только о себе и собственном благополучии. Он покинул нас и затворился в луковице, которая посылает ему волшебные видения, так что он ни в чем не нуждается. Тогда и появилась эта черный корень и заполонила весь остров своими ужасными тварями. Винс вообще не подозревает, что тут происходит. Он слишком занят собой, а я заперт в этой проклятой клетке. Ладненько, придется мне пообщаться с этой мадам Черный Корень. Ты знаешь, где она торчит? Она везде. Всякий корень, всякая злая тварь, всякий сорный лист принадлежит ей. Скоро она захватит весь остров, и мы ничего не сможем сделать. Я не просил тебя пророчествовать. Я спросил, где она живет, где ее дом, понятно? Следуй за деревом. В центре его пустой сердцевины найдешь корень. Значит, дерево. И не переживай, все будет отлично. Thank you.
Перестань так крутиться вокруг моей паутины. Ты распугаешь всех насекомых. Всех, какие еще остались. Простите, мадам, я не сразу понял. А, не имеет значения, сынок. В любом случае, это не твоя вина. Это все семя зла и его черные корни. Они истребили всех съедобных насекомых, кто еще оставался. А наш хозяин Винс ничего не делает. А теперь, видишь, приходится жалеть, что ты паучиха. Я не ела уже много дней. Почему вы не убежите? Еще недавно я могла бы. Но теперь я слишком слаба для путешествий. Если бы я могла бы дойти хотя бы до болота. О, но ведь ты-то можешь туда дойти и принести мне комарухов. Пожалуйста, сделай это для меня, а я отдам тебе свою паутину. Это очень хорошая, очень прочная паутина. Когда я поем, я смогу сплести вторую, но сначала мне надо поесть. Ладно, ладно, я схожу. Схожу и принесу тебе этих ухов. Правда? О, спасибо, спасибо. Ладно, я пошел. До свидания. До свидания, мой спаситель. Thank you.
Ты принес мне комарухов. Да, но мне удалось найти только одного. Дай мне его. О, это великолепно. Вот, держи паутину. Вы сделали из нее сачок? Да, а что? Тебе не нравится? Да нет, просто немного странно. Ну, я хочу сказать, нужно же мне чем-то заняться. Некоторые вот вяжут, а я сачки плету. Ну да, глупо, что я не догадался. Thank you.
Прости, Винс, но это заняло больше времени, чем я думал. Ура! Пер, проснись! Я фотоаппарат нашел! Чего? А, это здорово! Минутку. Улыбочку. Готово! Спасибо, пока!
Thank you.
Привет. О, да это милый маленький термит. А где твой хозяин? Где он? А? Где он? Не здесь? А, так ты потерялся. А, вот глупость-то. И я тоже потерялся. Что ты делаешь, э? Подойди ближе, мальчик, не бойся.
Хорошо. То есть, как у вас дела? Неплохо. Что ты делаешь в этих краях? Извините, мэм. Это все потому, что я должен уничтожить черный корень и помочь моему другу Винсу. Он сам теперь не знает, что делает, и... Похоже, что черный корень стоит за всеми несчастьями, которые постигли нас. К счастью, наш маленький пожиратель плесени смог очистить наше жилище и остановить нашествие. Увы, боюсь, что это только передышка, и я даже не знаю, долго ли она будет продолжаться. А ты очень смел, если берешься покончить с черным корнем в одиночку. Ну, вы знаете, я бы не отказался от помощи. К несчастью, я не могу помочь тебе. Королева не должна покидать свое королевство. Я должна заботиться о безопасности своих термитов. Но я знаю, что ты смел и осторожен. Я думаю, тебя ждет успех. Кроме того, помни о нашем поедателе плесени. Он во многом похож на тебя. Он тоже маленький, но очень смелый. Спасибо за беседу. Все-таки не каждый день доводится поговорить с королевой, да еще с королевой термитов. Тем не менее, я прослежу, чтобы тебя не беспокоили. Иди по этой дороге, и ты спокойно сможешь покинуть мое царство. Но за его пределами тебе придется сражаться с корнями семени зла. Что ж, это лучше, чем ничего. До свидания. Вам нужна помощь. Юноша, вас послало само провидение. Если бы вы могли вмешаться в происходящее, я был бы вам более чем благодарен. Ну, это не совсем то, зачем я сюда пришел, но... Не бойтесь, мой юный друг. Здесь не нужны ни особые поиски, ни какие-то специальные предметы. Просто нужно убить этот проклятый черный корень, который держит меня в плену. А если я не ошибаюсь, именно это вы и собирались сделать. Ну, да, кроме всего прочего. Это просто великолепно! Тогда выполните свою миссию, чтобы я смог... освободиться из клубка этих дьявольских корней и соединить свою судьбу с вашей. Что вы на это скажете? Я думаю, что... Хорошо, не волнуйтесь, я скоро вернусь.
Уилбер, проснись! Я фотоаппарат нашел! Чего? А, это здорово! Минутку. Улыбочку. Готово! Спасибо, пока!